Нам всем неприятен формальный подход, и кто с ним столкнулся, вполне сознает, что он с равнодушия развиться лишь может, что в том процветает недобрая совесть. Его примитив формализм, что в конторах, где справку, что взять, нас гоняют полгода, а вот в медицине он все ж пострашней. Бывает, что смерти откроет он дверь. К примеру, с инсультом больной поступает, и с каждой минутой он шанс свой теряет. Но заняты все, и формально правы. Да только кто жить еще мог, умирает. Формальный подход, он так страшен на деле, но самый ужасный подход – это к вере. Когда человек, говоря, заявляет: «Я верю в душе», но какой Бог не знает ни имя Его, ни того, что велит, ни то, что Он в слове своем говорит, да, в общем, что словом зовется, не знает, по похотям только своим поступает. При этом мы верим, они говорят, но Бога живого не знают, не чтят. Не зря Иисус укорял фарисеев за то, что формальную веру имели, что Бога живого в себя не впускали, предания да правила лишь исполняли. Таким равнодушием Творца не прославишь, но Бог не бывает вовек поругаем. И весь формалист, что к нему ты несешь, однажды душою своею пожнешь. Еще на земле безнадежностью серой, душевной тоской, да и в страхе предсмертном, о вечности тьма лишь, да мрак ожидают всех тех, кто формально Создателя знают.